Минувшие новогодние выходные в Красногорске омрачила трагедия. 4 января страшный пожар в доме номер 17 поселка Светлые Горы унес жизни троих человек. Все они находились в квартире, где и произошло возгорание. Причину еще предстоит установить экспертам следствия, прокуратуры и МЧС. К ликвидации последствий приступили сразу же. На месте происшествия развернулся оперативный штаб. Его работу возглавил Дмитрий Волков. Как подчеркнул руководитель муниципалитета, первым делом необходимо было позаботиться о погорельцах. В результате пожара несколько семей осталось без жилья. Всего в доме выгорело 8 квартир. 4 семьи у нас размещены администрацией в микрорайоне Путилково. Это новые квартиры. Одна семья расположилась в квартире из маневренного фонда, которая находится в Красногорске на улице Ленина. И две семьи из списка, они имели альтернативное жилье. В первые часы после происшествия к помощи пострадавшим подключилась депутат Красногорского совета Вера Иванова. Она организовала пункт приема вещей для семей, оставшихся не только без крова, но и элементарных предметов быта. Продукты, средства личной гигиены, даже мебель и бытовая техника. Все необходимое передали погорельцам для обустройства во временном жилье. Вопросы о постоянном обсудили уже с Дмитрием Волковым. Глава округа встретился с пострадавшими в образовательном центре «Вершина». Прорабатываем всю дорожную карту, чтобы в дальнейшем, когда встречали жителей, мы уже понимали, что вот сюда под расселение, где, как, какой площади жилье, чтобы вот эти вопросы тоже в дальнейшем уже юридически снимать. Красногорцам предложили несколько вариантов жилья, в частности, в ЖК «Лесная отрада», недалеко от поселка Светлые Горы. Малоэтажные жилые корпуса для расселения, по словам замглавы Тимура Магомедова, начнут строить весной, а завершить должны к концу этого, началу следующего года. Как оказалось, это наиболее предпочтительный вариант для большинства жителей сгоревшего дома. В принципе, эти дома, они и так идут под расселение, да, это 1,5–2 года, да, застройщик застраивает дома, и они будут переселены в новое жилье, которое находится на той территории, где они жили. Мы решаем сейчас этот вопрос вместе совместно с застройщиком. Я думаю, что, конечно, может быть, быстро это не получится, но это решается, чтобы им было комфортно и удобно. Администрации огромное спасибо за их, во-первых, очень быстро отреагировали. Людям выделили сразу нуждающимся сразу временное жилье. К концу 2022 года, в начале 2023 обещает всем новое жилье. Поэтому, конечно, это очень приятно. И огромное-огромное спасибо за поддержку, за понимание. Потому что люди, конечно, в такой беде. И в этой беде точно не оставим, заверил красногорцев Дмитрий Волков. В ходе встречи он также поинтересовался, чем еще необходимо помочь для обустройства, и закрепил за каждой семьей заместителя для решения бытовых проблем погорельцев. Глава округа также поставил задачу оказать помощь с переводом детей, пострадавших в сады и школы, поближе к месту временного проживания и оперативным восстановлением сгоревших документов. Кроме того, каждая семья получит материальную помощь в размере 100 000 рублей.